Итак, добрый день, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Итак, сегодня у нас 4 марта 2024 года. И я вам снимаю на свою любимую камеру DJI Pocket 2 вот такую у нас панораму в нашем городе. Сейчас 11 градусов тепла, и через тучи проглядывает солнышко, и на нашей реке происходит очередное таинство прохождения баржи в сторону Франции, которая идет медленно, не спеша, погода хорошая. Вы сами видите, какое небо голубое, какие тучи великолепные, белые. С началом вас всех трудовой недели. Желаю всего самого-самого наилучшего. Будьте всегда со мной на связи. Приходите, рассматривайте мои видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем отвечу взаимно. Поздравляю вас еще с началом весны. Уже весна пришла. Погода у нас налаживается. Температура на всю неделю будет от 11 до 12-14 градусов тепла. Будем надеяться, что уже никакие холода не будут. Пишите в комментариях, у кого какая погода у вас, где вы живете. Мне это очень интересно. Я всем отвечу на ваши комментарии и обязательно отвечу просмотром ваших видео. Таким образом, ну, у нас будет с вами взаимная работа. И вот эта баржа приближается. Эта баржа приближается к нам. Вот мы ее видим. Вот она идет. Тихо и спокойно. Бермель. Я надеюсь, вы видите название этой баржи. Она полностью груженная, потому что видим, что якорь впереди у нас полностью почти под водой. И она идет тихо, спокойно, не торопясь. Вот я ее сниму, как говорится, в полный рост. Вот она идет. Вот так вот. Вот мы видим, я еще раз увеличу. Это штурман, капитан за рулем. И мы видим, он идет спокойно, наблюдает за происходящим без всяких. И мы видим, что это, оказывается, у нас сзади у нас флаг французский и порт приписки Дуэ. Есть такой город во Франции. Всем хорошего настроения, удачи. И еще раз подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.